Слушай, это совсем не смешно. Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Я пошел. Ага, пока. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. У тебя есть какая-нибудь одежда, кроме черной и белой? Сирени-крыжовник, конечно же. Геральт, хватит трогать мои флаконы. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Ты права. Пойду лучше к Цири. Я искупаюсь. Сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно? С каждой я всегда думал только о тебе. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала.
Разумеется, она предпочитает теорию и практику. М? Что? Подъем, мастер. Какие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгулей. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда. Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил. Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Цири, ты не в цирке. Пируэт? Нет, ноги. Хватит, слезай. Сальто? Как иначе? Можешь снять повязку. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ай, прости, я все поняла. Больше не повторится. Очень надеюсь. Весемир сказал, если ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней. С солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Только если свалишься. Что я говорил о дыхании? Дыши ртом, в ритме шагов. Цири, не кривляйся. Ой-ой-ой! Ну и лицо у Весемира. А ты чего ожидала?
Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Так дядюшка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способная. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной, Ламберт с Эскелем, Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарринг? Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Доставай меч, Геральт! Что, драться расхотелось? Быстрые удары. Раз, два, три. Сильнее. Чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. Уклоняйся. Ноги, Цири, про ноги не забывай. Кто следующий? Цири, смотри, под каким углом Геральт держит меч. Учишься плавать. Пусть в воду. Рибос. Удар. Отвечай. Кляшеву. А теперь, барышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Гвена. Гвен иногда называют ведьмачьим щитом. И смотри, почему. Геральт, и чтобы искры летели. Видишь, если бы не Квен, я бы оказался в огне. Арт, Геральт, давай. Арт собьет с ног любого, нарушит ритм, отбросит ненужную вещь. Переходим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю. От Аксия все в голове. Теперь Ирден. Помнишь его? Видишь, Цири?
так я и шевельнуться не смогу. Кидай бомбу. Не бойся, Церик, Вен выдержит. Достаточно. Теперь спарринг. Ха! Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Ах, вот же дьяволенок. Как вернется, посажу ее полировать все мечи Каэр Морхена. Ты нашла шлем? Цири? Будешь чистить все мечи до последнего. Что за... Весенея! Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис? Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда, но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Найдем. Меня не это беспокоит. Ты же видел ее следы. Она несется, сломя голову по прямой, не разбирая дороги по полям битв и по разоренным краям. Куда-то она спешит или
бежит от чего-то. В любом случае, надо думать, у нее неприятности. Я бы удивился, если бы у нее не было неприятностей. Она вечно сует свой нос во всякие осиные гнезда. Тут придворные интриги, там чародейские заговоры. Чего ты ждал? Не знаю. Мне как-то казалось, что когда мы наконец снова встретимся, все будет поспокойнее. Хотя бы какое-то время. Поспокойнее? С Йеннифер? Мечтай, мечтай. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. Я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет. Пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать? Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы у Вызимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. В определенных ситуациях. Чего молодежь только не выдумала. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Ну и боль.
Все в... Оч... До... За... Все. Три... Я... Мы... Вот... Вот... Я... За... Не слишком. Это... Сейчас... Постой. Помалки... Себе... Нам на... Тут еще... На два... Постой. Ты слышишь? Ну, сколько мне еще ждать?
ждем, пока новые не набежали. Птичий череп в черном кристалле. Что-то мне подсказывает, что он принадлежит Е. Столько трупов. Война только началась. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А он знал, что живых они тоже едят? Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерии, ни Кайдуэна больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Идем. На помощь! Помогите!
Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... Вам надо думать, вознаграждение полагается. Пара крон всегда пригодится. Ох, мошна-то у меня прохудилась. Сперва нильфгаардцы товары реквизировали. А теперь вот это. Возьмите. Как там след? Как я и говорил. Доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но... Ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Thank you.